little heart just for a minute. Come by and let me feel it, cause you are my love. I want your heart just for a minute. Come by and let me finish on you. You are my love. I want your heart just for a minute. Something to get around. You don't need to fall in love, baby. I just be a drug. All your friends already gone. You just looking for someone. Ain't nobody looking back, baby. I could be I could be the one just for a night, maybe a week. But I don't wanna stay the longest. And you see all my weaknesses. I keep distance to everyone I see. Isn't me or you, but something making me feel brand new. Мне не нравится сегодняшний макияж, какой-то он странный у меня. Сегодня на улице дождь, поэтому я в дождевике. Я не стала брать зонт, поскольку я потом собираюсь немножко погуляться с друзьями. И зонтиком будет не очень удобно, нежели с дождевиком. Поэтому очень дождевики. Заодно я попробую его, потому что я его первый раз надеваю, он новый вообще совсем. Сейчас иду в кабинет, просто в школе пусто, я причем пришла вовремя. А нет, не вовремя. 37 минут, ладно, я вас обманула. Но все равно как-то стрёмно идти, потому что ты прям чувствуешь, что ты один в школе, в раздевалке вообще полупустые. И вообще сегодня последний день в школе. Мне кажется, сегодня из моей группы никто не придет. Как минимум, мне в чате никто не ответил из моей группы. Вот из другой группы, с второй половины класса, кто-то точно придет, три человека будет. А из моей я не знаю. Поэтому есть шанс того, что кто-то. Я сейчас пришла и... В холле никого, в кабинете никого у нас, не то чтобы не пустили, там просто закрыто, и в кабинете английского тоже закрыто, у нас сегодня английский есть, остальные не знаю, возможно, мы будем весь день будем жевать здесь. Вот вещи одного из чувачков, точнее вообще это один единственный чувак, кроме меня, который пришел в школу из нашего класса, ну все, куда-то ушел. Капец, стрелка кривая, это что-то кринж. Наиболее странный влог сейчас будет. Последний раз я посру в школьном туалете. В следующий раз будет только через, наверное, 3 месяца. А может и больше, потому что я очень редко хожу в школьный туалет, но сегодня такой день исключения, знаете. Пока я ничего не делаю, оцените хотя бы колечки в комментариях. Обзор на столовку, как вы видите, ничего нету. Я нашла челиков, в которые мы сегодня ходим. Мы пришли похавать. Здесь убирают, здесь скользко. Вы нас покормите? Нас покормят. О, привет. Даш, мы кушать пришли. Привет. Ты тоже по року в школу пришла? Да, дай привет моему влогу. Привет. Обзор на последний завтрак в школе. Нас покормили. Не последний. Еще в следующем году будет. Ну да. Но в этом году последний. Там еще пшенка была, но я не взяла, она невкусная. Кофейный напиток. Я думала всегда, что это какао. Это не кофейный напиток. В смысле, что за рофл? Это не кофейный напиток. Иду на чужой урок. Потому что мне скучно. А зачем никого нет? Ну, блин, это в репертуаре. Это в репертуаре Сан Санычу. Можно? Я на обложку поставлю. Пьер-ферма. Всем привет. Я тут на сайте, где привет. Меня зовут Чунгук. Здравствуйте. Кто за очковый
новинки. Это Чугук, он приехал из Саратова. Чугук, ну, ну, вот здесь Саратова. Там красиво. Да, там круто. В Саратове круто. Ладно, это было. Да. Я оттуда же. Я тоже. Подожди, а где? А, это... Улица Лизюкова, это где? В Воронеже, да? Мультик смотрели? Что смотрели? Мультик. Мультик какой? Про кота, который стал ледяной. Не смотрели? До свидания. Зрители математика. Было последнее осуждение его. За что было осуждение? А? За что было осуждение? Ну, дело. Короче, один раз в давно в этом году мы попросили его помощи с заданием по физике. Он нам подсказал неправильно. Капец. За это стоит осуждать, да. Но это последнее осуждение математика в этом году. Что было последнее осуждение? Мы сфоткали ее краша последний раз в жизни. Да. Ой, в этом году. Да. Все сегодня последнее. Все, если не идет за школу, то последний раз в жизни. Видите? Вроде первый, вроде последний. Давай кто не знает. Мы пришли поливать цветочки. Поливаем цветочки. Только обоссался. Спасибо. Пописали на цветы, можно идти. Увязали. Трэш. Там его могила, сколько сюда. Ты дал? Мы играем в Луна. Я 8 класс цитася. Я расстроена, я проиграла. Ты написала, что типа мы победим. Я выиграла. Я тоже выиграла. А я в прошлый раз выиграла. Все, я попрощалась с семиклашками. Теперь иду, наверное, на английский. Но я очень надеюсь, что ее не будет на месте. Я, наверное, свалю. Я точно свалю с какого-то блока, с последнего 100%. У нас осталось три урока. Это английский, информатика и журналистика. Но на журналистику я, скорее всего, не пойду. А на информатике просто розетки есть, я телефон только зарядила и потом бы пошла. Можно? А можно поиграть? Я вам не говорю. Мы, короче, пришли в кабинет информатики, у нас английского нету. Мы сидим со всей части класса. Нас пятеро. Да, нас всего пятеро. Я вчера не видела смысла приходить. О, а сегодня будет последний день, вообще. Все нереально круто было. Я пришла, потусила с семиклассниками, познакомилась с ним. Какими семиклассниками? С девочками седьмого. А я вам скинул мальчиками седьмого. А, понятно. Вот, видите, все наши почти. Вот два человека из наших классов. Семиклассники. А что такого? Что-то как-то они выглядят. Не на семиклассниках? Не на семиклассниках. Все. Ну вообще, да, я тоже посмотрела на восьмиклассник, девятиклассник. Не, ну тоже понять. Игры для девочек онлайн. Я тесты сделала, мне уже хотелось поставить. Машина. Давай, Дима, Дима, мы пойдем на математику. Мы пойдем на математику. Да, мы пойдем на математику. Вот сюда. Мы пойдем на математику. Да. Математику я хочу. Вам нравится KFC? Социальный опрос давайте.
Мне, если честно, не все нравится в KFC. Точнее, большинство не нравится. Что, он дом с полностью закрыт, да? Ну, он потом откроется под другим именем. Но это на вокзалах он есть. И в аэропорт, да. Там чего-то не будет, а чего-то не будет. Мне в KFC только вот твистеры и байтсы нравятся. А как же твистеры? Нет, мне чуть не нравится. Крылья вообще не твистеры. Вот этого кляра больше, чем самого мяса. Ребята, я Сан Саныч будет. Да, я тоже будет. Будет, Сан Саныч. Катя, ты как староста должна ответить, да. Я сказала, что это достойно. Это как про Стрельца. Саныч, можешь помочь? Там был посол. Сейчас мы можем увидеть Машу, которая пришла меня встречать. Расскажи, где Дима? Сейчас. Маша. Она меня видит. Все, выходим из машинок. А нет, ну а ты говоришь, я за руки буду, а зачем тебе это? Все, до свидания, Сан Саныч, счастья, здоровья, любви, мы вас любим, до сентября. Не будете плакать. Сбегаем с уроков. Маша! Привет, дочь! Меня не заметили, меня, короче, охранник там болтал с кем-то, я как раз побежала. Быстро. Тебе повезло. Да. Капец. Знакомьтесь, вас моей дочерью. Огромная школа у меня вот. Меня пришли встречать. А еще мне для тебя подарочек. Подолочки! Пошли сюда, встань. Куда-нибудь привонжуемся. Ну, давай, папа. Давай. Давай. На. Тёпла бой! Офигеть! Я скушала свой обед, у меня была гречка. У меня была гречка с овощами и сосисками. И я как раз заголодалась. Так мило! Я люблю Машу! У нас снова ребенок. Как я не хочу себе сестричку. Я либо беременна, либо у меня отрос мужской половой орган. В общем, мы пришли. Второй корпус нашей школы, потому что завтра у нас будет праздник в честь Дня защиты детей, да, 1 июня. И мы будем с Ирочкой выступать. И нам сказали, что на улице должна стоять сцена. Нет этой грёбки. Вопрос, где сцена? Где? Нет блока того, как мы пошли искать сцену в какой-то незнакомой для меня школе. Потому что я вообще не из школы Олеси. Я шнурок обвязалась. Я знаю. Я потом запишу. Будьте осторожны. Там девочка так, ну, реалистично гавкает. Прикольно. Гавкает? Да, ты не слышала, она гавкала? Нет, не слышала. Ладно, мы пойдем потом обходить школу, искать все-таки эту сцену, если мы ее найдем. Да. В общем, я сейчас так громко кашляю, но то, что меня услышат в этой школе. Челлендж, услышь. Челлендж, услышь Машин кашель. Дэм, она в порядке. В общем, мы обошли всю школу, так и не нашли сцену, но зато нашли мухоморчики. Я пару штучек подавила. Сцена. Но Маша не разрешила мне додавить всем. Потому что мухоморы должны тоже жить. Вообще, да, они тоже полезны для природы, они там грязные грязи, вот этих микробов сживают. Лохи, дети учатся, а я свалила с уроков. Надеюсь, тебя Данюк не найдет. Надеюсь. Он написал, что я в школе. Он в родительский чат кинул список тех, кто в школе. Я там была. Не, ну в принципе, я вообще никогда не прогуливала школу, поэтому сегодня и то, 31 мая, блин, алло. Ну можно прогулять же. Вот именно. Мне кажется, нормальная, уважительная причина. Ну не то чтобы уважительная, но как минимум ничего плохого не будет. Все равно все учителя в разъезде. Мы просто сидим в пустом кабинете. Короче, ко мне только что пришло осознание того, что я закончила школу, я закончила 10 класс. Я еще не считаю себя 11-классницей, потому что я буду считать себя только с 1 сентября, дня рождения Чунгука, 11-классницей.
Вот я с девятого. Почему первого? Почему в день рождения Чунгука все закупаются канцелярией? Плюс. Вообще я уже не закупаю канцелярию, у меня еще есть. Если мне что-то нужно, я покупаю это в середине года, тогда, когда мне это нужно. Типа у меня уже пропала такая традиция вот после 9 класса. И короче просто осознание того, что я уже не 10-классница, а 11-классница буду. То есть у меня такой перерыв между 10 и 11. И в следующем году у меня ЕГЭ. Поставьте лайк, если вы соболезнуете мне, пожалуйста. В общем, мы пришли в Кофикс праздновать окончание года. Я заказала себе пасту болоньезе веган, потому что я на ЗОЖ. Хотя они ничем почти не отличаются, просто упаковками отличаются. Это удобно. Белка. И лимонад для красава, мой любимый. Потом, может, если не наемся, возьму тарталетку с малиной. Я пью. Всем привет! Мы уже как час, наверное, валяемся здесь, да, на качельке. Столько всего произошло. Да. И отдыхаем, катаемся. Мне сейчас телефон из буквы. Давай я попробую помочь, подержать. Вот. Хотела там все сказать. Блин, я что-то забыла про влог, и после того, как я пришла домой, я чуть-чуть покушала, прибралась, потом у меня был урок. Репетитор по истории. И сейчас я вот закончила репетитора, покушала. Тут можно фотку вставить, как я поела, что я сегодня приготовила. Сейчас я уже доела практически то, что приготовила. Поэтому осталось практически меньше 1.5 часов до лета. Я в шоке. Через 1.5 часа будет 1 июня. Будут мои последние летние школьные каникулы. Понимаете? Последний раз, когда я смогу почувствовать себя школьником. Последние мои каникулы, когда я смогу детям говорить, что вот я учусь в школе в таком-то там классе. В 11-м буду учиться. Но пока что у меня как бы переходный такой возраст класса, потому что я закончила 10-й, но не начала 11-й, поэтому как бы 10-й в скобочках 11. Вот так буду себя считать. Да. Меня вот так вот ужасно видно, поскольку я выключила свет для полной атмосферы и включила экран на максимум, яркость на максимум. Сейчас буду кричать «Лето!» в окно, потому что это уже наша традиция. И так как я переехала немножко в другой дом, я не знаю, кричат ли тут ли это, но я по-любому буду кричать. Пусть на меня там уже соседи нажалуются. Надеюсь, что не нажалуются. В общем, осталось меньше 4 минут. Осталось меньше минуты. Мне пипец стрёмно. Спасибо всем за этот учебный год. Я искренне рада, что я провела его очень хорошо. Мне понравилось. Я горжусь собой. Я слышала, кто-то кричал. Все, никого нет. Короче, точно один человек кричал. Я прям очень отчетливо слышала. Возможно, на видео это тоже было слышно. В общем, все. Ребята, всем привет. Все, вы не хотите на линейку вот школьного, образовательного, интенсивного чего-то там? Вот, ребята. Мы, короче, пришли на концерт, будем сегодня выступать. Это наши фанаты. Второй артист опаздывает, как всегда, но мы его дождемся. Здравствуйте. То есть все, 10 класс закончился, больше не здороваемся, охренеть так. Я ему припомню в 11 классе. Мы такие разные. О, там мужик отрывает. О, во. Или это женщина? Женщина. О. На сегодня хлеб. Мама, пусть.
всегда буду я. Настю тоже. Нас мы просто тебя раскачали уже. Давай, Настя. Мама, будет солнце, пусть всегда будет я, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Благовечная нам жизнь, ребята. Будет сервер, ну, потеше. Батарейка, ой-ой-ой-ой, батарейка. А, ой, там было тихо. Винный вонёный Мкигайо. Это типа два идола, которые ведущие. Меня сожрут. Девочка, ты ест. Снимаю Субина и Ванён. Ванён! Ванён, выгнали! Субин остался. А, там не Ванён, Субин. Я перепутала. Круто! Ладно, ребят, я знаю, что там другой ведущий. Просто забыл, он из Энхайпена. Субин не снести. Если что, я в тот раз просто все перепутала. Ванён с Сунгхоном, а Лена с Субином. You call me up.